Уважаемые товарищи, Федеральная служба охраны задает вопросы и пытается помешать. Я докладываю руководителю Федеральной службы охраны. Есть депутат Государственной Думы Коломейцев Николай Васильевич. Есть депутат Государственной Думы Михаил Васильевич Емельянов. Вот их охраняйте, понятно? Вот что они вам скажут, то и выполняйте. Других руководителей нашей страны на площади Советов нет. Они попрятались в Кремле. Должность ваша, пожалуйста. Значит, Кущев Сергей Васильевич сказал, выключайте это все, иначе мы вам отключим. Уважаемый Кущев Сергеевич, осторожней. Я кандидат депутата Государственной Думы. Отойдите отсюда и не провоцируйте. Рассказываю вам, что здесь происходит. К нам пришел заместитель губернатора Горбань, который приехал из Московской области и пытается свободолюбивых жителей Ростовской области загнать в рамки. Этот Горбань натравил полицейских, и сейчас они пытаются отключить звук населения. Уважаемые товарищи, изменить ситуацию и убрать этих негодяев от власти. Уважаемые товарищи! Все, уважаемые товарищи, просьба освободить. Милиционеров, просьба отойти от дизеля. Уважаемые товарищи, отойдите, 15 минут, и нам закончить мероприятие. Завершающая агитационная кампания отличалась еще большим применением черных технологий, нарушающих права граждан, в числе которых навязчивые телефонные псевдоопросы с распространением живой информации. ОМОН, отойдите, пожалуйста, и не мешайте проводить мероприятие. Растет административный диктат с требованием получения... Так, уважаемые сотрудники ОМОНа, есть две статьи Уголовного кодекса, которые вы сейчас можете нарушить. Это 141 статья, которая запрещает развиваться... Не провоцировать людей! Полковник, вы будете отвечать! А мы на все удалите!
Давайте провести мероприятие. Сейчас проведение там. Снимите вот этого полковника. Снимите полковника, пожалуйста, и покажите, как они препятствуют кандидату в депутаты Государственной Думы. Бессонов, отойдите, пожалуйста. Снимите, снимите. Полковника снимите. Снимите этого полковника. Победили! И мы с вами победим! Ура! Ура!